Здравствуйте, дорогие мои подписчики, все гости моего канала. Сегодня с вами Галина. Сегодня я, как обычно, приготовлю оладушки. Ну, такой с начиночкой маленечко. Небольшие такие. А тесто я заведу дрожжевое. Как обычно, классическое тесто. Значит, я взяла 3 яйца. Разбиваю сюда 3 яйца куриных. Чашечку такую нашу. Опа. Толстая кожура. Это шкарлупа. Вернее. Шкарлупочка. Так, разбила сюда 3 яйца. Да? Дальше сюда я добавила маленько вот соли обязательно. Соли раз. Тушу уберем. Турану. Взяла я лимонную кислоту. Можно лимонную кислоту, конечно, можно лимона маленько выжать. Но я делаю вот так вот. А вот так вот. Можно водичкой разбавить. Но я вот как-то так. У меня все не так. Маленько я разболтаю это. Разболтаю. Яйца ставлю кислотой. Так. Теперь я беру, у меня тут дрожжи были. В общем, здесь у меня или полтора стакана молока обыкновенного. Или у меня вот была, знаете, сладкая такая масса. Она молоко простое с сахаром. Ну, якобы чуть-чуть гущеное. Я еще капельку налила простого молока, подогрела. И сюда здесь 1,5 пачки дрожжей у меня. Ну, в общем, надо 20 грамм таких сырых дрожжей. Ну, я сюда воткнула такие сухие. В общем, они у меня уже поднимаются, работают. Я их перемешиваю и все же сюда добавляю. Опа, видите, как хорошо. Так, убираем в сторону. Беру я. Можно сюда маргарина, можно масло. Ну, я не рафинированного масла сюда. Вообще надо пару ложечек туда было добавить. Я, конечно, опять налила. Бутылочки. Все это перемешиваю. Так, можно было сахар добавить. У меня сахар в молоке есть. Так что я не буду его добавлять. У меня оладушки будут, потому что они будут или повидлом, или творением. Не надо. Кто-то хочет сильно сладкое, пожалуйста, побольше добавляйте в тесто сахар. Вот. Вот. Прямо баба мут. Теперь у нас пошла мука. 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 Мука вообще надо, по идее, здесь 2 стакана муки. Так. Опа. Я сейчас 1 стакан насыплю туда. Однако 2 стакана маловато будет. Я посмотрю по тесту. А уже у нас еще будет подниматься. В общем, я 1 стаканчик хорошо вымешиваю. Муки. Так. Это ни о чем. Я второй сюда закину стакан и посмотрю, перемешаю, что у меня там получается. Это... Вот. Так. Бьем и перемешиваем. Тоже сильно жидкая, это тоже не надо, оно поднимется, но потом оно жидковатое будет. В общем, я посмотрю сейчас. Нам не надо такое густое, нам надо, знаете, как будто сметана бы, по идее. Не сильно жидкая, не сильно густая. Вот. Вот получается вот такое тесто, комочки я разобью. Вот такое тесто у нас. Я разбиваю комочки хорошо. Прям. Со стеночек все это убираю. Вот у нас. Знаете, я еще пару ложек сюда, наверное, добавлю. Что мне не нравится. Обязательно по-своему. Ну и все. Вот это вот достаточно будет.
Я сейчас хорошо его перемешаю. Накрою вон крышечкой, а пусть оно у нас стоит. Поднимается. А потом жарить будем. Ладышки соединять с повидлом или вареньем. А потом можно и чаёк кипятить. Сейчас я хорошо это перемешаю. Видите, какое оно тесто хорошее получается. Тесто. О, хорошее. Так, ну вот достаточно его. А по часовой надо мешать, а я против мешаю. Обычно тесто мешать, перемешивать надо по часовой желательно. Ой, оно уже начало работать. Дрожжи уже работают. Ну, в общем, вот так вот. Накрываю я его и ставлю. Оно поднимается. Опа. Накрываю. Можно так его. Все. Пусть стоит. Прибавилось, но уже загорело. Масло горит. Так, тесто вот наше подошло. Ну-ка, поехали. Побольше маленько накладывать. Небольшие такие я хочу я пожарить. Прямо оладушки маленькие. Так, 3 водички, значит, будут брызгать. Хорошее. Так. Желательно бы одинаковые. По форме-то, по размеру, вернее. Еще маленькую. Тесто уже плывет, мое плывет. Опа. Так, стоять. И не двигать. Раз. Мы его уберем. Убрать. Но мне нужен. Так. Сейчас глянем. Опа. У меня горит тоже, чтоб не горели они у нас. Ох, Галя. Сейчас у меня ты не в духе. Вот у меня она середина горит. Это не нежненькие такие. Опа. Оладушки-то. Оладушки. Так. Сторона будет жарить, другая нет. Жарить, а другая не будет жарить. Моя ты красота. Уже ты у меня подгораешь. Вот. Оп. Вот так вот. Убавила я ж. Я убавила. Раскочегарилась ты. Хорошая, хорошая, но у меня какие красивые. А еще пару латышек. Еще можно тесто плывет, плывет. Так. Оп. 2 не получается у меня. Скорее жарить надо, короче. Поскорее, поскорее. Хорошая, хорошая. Классненькие. Опа.
Знаете, еще от чего зависит? Зависит еще от этого, от масла. Что, поехали. Быстро-быстро это делается. Опа. Масло у меня какое-то, не знаю, дела непонятно. Опять же, ну, если руки не такие, и масло виновато. Что? Это побольше сделаем. Типушечка большая будет, значит, у нас она крупненькая. Вот так. Да я. Все равно потом будем соединять. Они у нас нежненькие такие, прям мягонькие. Оп. Угу. Жаривать будем. Тика, сразу же протру тут. Так. Да, ну. А то у меня опять будут гореть они. Господи, боже мой. Поехали. Опять середина горит. Вот что творится. Да. О, ну, будут маленько они подгоревшие. Сейчас еще это масло еще налью. Все, масло у меня уже все это. Водичка выкипела. Испарилась, вернее, от масла. Оп. Водичка. Водичка. Много не надо масла, а то не будет масляное, жирное. Вот так. Как-то так. Сейчас нажарим. Горелки будем мить. Хорошие хозяйки. Вот эти крупненькие. Будем потом собирать. Убавляешь на двойку, знаешь, ну конфорка она уже, это она меня вообще не тянет. На 2,5 еще это, уже на 2,7 уже вообще горит, горят. Скоро вообще тянет это. Вот что, вот что. Вот чего. Оп. Середина горит. Ну, закинуть, и пакет такой лед. Ладно, пусть будут большие. Давай. Ладушки. Крупная. Оп. Оп. Видите, где-то какое. Нежное, хорошее. Это я. Так. Поехали. Готовая уже. Тоже все готовая прямо что. Готовая у меня. А, нежная, вкусная, хорошая. Так. Поехали. Быстренько. Так. Поехали. Брызгаться будет. Девушку туда маханешь. Вот он. Будет трещать в эти стороны. Давай. Уже скоро дожарю. Так. Серединочка. Серединочка. И поехали. Небольшие сделаем. Пакет-то такое жиденькое. Ну, они расплываются. Если бы я погуще еще сделала, еще бы полстакана. Значит, он бы где-то было по такое погуще.
расплывается. Вот, зажаривается. Нужно переворачивать уже. Опа. Ты мой красавец. Матушек. Серединку тоже можно уже перевернуть. Слабенькие, ну, перевернем. Видите? Чисто жестковатая. Ничего, мы справимся. Зато тесто нежное будет. Тоненькое. Оно сначала, они сначала поднимаются, а потом они... Это. Ну-ка. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Нет, еще слабоватое. Ставим. Вот так вот. Нормально. Красно жарю, я их соединю потом половинки. Красно вот у меня попеченного. Так, это мы перевернем. Так, поехали. Поехали. Вот так вот мы сейчас. Оп. Так. Двигаемся, девочки. Видите, здесь масла уже нет. Вот так. Оп. И здесь тоже. Так. Сейчас подольем масло. Быстро. Оп. Так. Поехали. И мы не красавицы. Вот эта красавица уже, видите, чуть добавила, что уже подгорает. Мача. Махом. О, давай сейчас тут перевернем быстренько. Вот еще раз перевернем. Видите, как хорошо. Я говорю, масло это, ну, вода это самое. Она махом втапливается. Масло-то, ну бы, если было много масла, оно бы жарилось. А тут вода испаряется и все. Ну вот я и поэтому не в этих не люблю такие вот масла брать. Там много этих магазинах этих, как их называют. Не бюджетные, как их. Ну, вот такие еще наподобие. Здесь так уж подороже, но там получше как-то масло. Опа. Так, ну что, смотрите, подгорели. Уже подгорели. Ну, куда девать теперь его? Все равно я ты купила. Да, куда-то это все равно использовать надо будет. Так. Опа. Так. Красота. Опять нету. Фишки у меня как. Много, если нальёшь масло, значит, они там будут все вообще масло. Давайте-ка сюда, девочки, сюда. Все. Быстренько. Да, там напала ладошка. Не буду прибавлять температуру я. Пусть они у меня так это жариваются. Осталось маленько. Совсем в капельку.
стоять, девочки, стоять. Так. Так переверну. Опа. Стоять, стоять. А то у меня будет сырая. Пусть зарядка. Пожарила я оладушки. Такие у меня получились оладушки. Но вообще надо им маленько, чтобы они приостыли. Беру варенье. У меня тут яблочное варенье. Можно повидло любое. Так, и серединочку я буду так вот наносить варенье. И берем вот так вот. И выкладываем. В общем, берем побольше. Желательно бы, чтобы они у нас были равномерные. Ну, одинакового размера, конечно. И будем. Что у кого есть, то тут и будет у нас это. Амазон. Ну, конечно, чтобы они хорошо, чтобы приостыли они маленько. Так вот намажем. И выкладывать будем. Вот так вот. Так, что у нас тут? Следующим номером нашей программы. В общем, беру я вот так вот. Яблочное варенье тут было немножко в баночке, оставалось. Я его вот так вот прямо что так крупненько. Еще. О, подгорели они у меня. Ай, кухарка! Трепуха! У них горелки есть. У хозяйки вот такое все вечно виновато. Нет, я масло виновата. Да. О, как-то так. Так, ну что? Так, где тут у нас? Ручки, ручки, ручки. Ручки мои, крючки. А была еще одну тарелочку взять. Можно так было идти. Ну, как-то вот так уже. Закрываю. Закрываю, закрываю. Так, что у нас тут? Два, еще две. Это вообще сегодня у Гали. Они получились поджаренные. Поджаренные получились у Гали. Ой, господи. Яблочко не пахнет. Так вкусненько. Так, ну что? Аля, Аля, эй ты, Галя, Галя молодая, манули Галю, увидели с тобой. Так, я вот такую возьмем, мы возьмем вот такую. Ну зато вкусненькие, они мягонькие, тесто у нас такое пышное, вкусное. Мяконька. Ну что, мой дорогой товарищ, мы тебя вот так. Так. Что у нас тут? Малипусики еще. Ну, малипусики мы еще не дошли до малипусик. Оба. Ручки вытираем. О. Что-нибудь да наляпаем все равно. О, чаю. А у нас чай надо заваривать. А можно с этих... Висюляк. Висюльки есть. Вот. Так. Угу. Так, что у нас тут еще? Ой. Ой. А мы еще сверху вот так выложим. С той стороны. Все, тут будет маленечко у нас. Тут еще даже это вареница останется. Но мы его все равно доедим. Там две ложки. Что там оставлять-то, боже мой. Ай, как хорошо. Ну ладно. Няня. Ой, какие вы у меня крепкие. Ой, ужас. 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 Ужас.
и руки в варенье. Оладушки подгоревшие, они у меня зарумянины. Они подгоревшие, зарумянины. Вот. Так, ну что вы, мои красотули? Где же мои красотули? Вот так. Ага. Какой же стороной? По любой стороне. Вот так. Ай. Оба. Так. Ну и еще тут у нас. Мы все. Все до талого доделаем. Ой, какой. Ой, какой. Ой, какой. Ничего. Полезный. А то бледные будут такие. Прямо что. Как свиной гриб. А мы вот такие делаем. А мы вот такие красивые делаем. Так, вот это у нас большая, но она вот такая вся. Это. Так, вот. Во. Нет, вот эту где. Ого-га. Как раз. Ой, прямо. Я не будем показывать такую. Кажется, опять что-то ляпает. Дорогие мои, ляпушки, ляпаем. Так. Оторвем. Мы в серединочку выложим. Ну и еще у нас тут. Да. Ой, аж на рука не это не действует. Это у меня руки. Руки мои падают. Так. Ай ты мой красавец. Ну и еще тут прямо что-то. Ну это мы шатнуть делаем так-то. Ой. Так, это культурно. Ну и еще пару ложек у нас останется прямо в варенье. А мы это так прикуску съедим. Так. Ну и что? Же. Кутняшка получается, а не же. Ну эту мы вот так выложим прямо. Вареница. В общем, наляпала. Как-то наляпала. О, так, значит, убираем мы место работы твое. Ну, еще маленький картал. Ну, мы его, конечно, съедим. Надо все это докушать. Это мы в рот положим. Ой, обордела. Ну вот, дорогие мои, как-то так получилось у нас. Вот они у меня куда-то уехали. Ладно, дальше Таня уедет. Ну что, дорогие мои, всем приятного аппетита. Ну, надеюсь, попробовать же надо, да? А я вот тут попробовала. Оладушки-то какие вкусные. Дорогие мои, всем приятного аппетита. Спасибо, что смотрите на меня. На меня и на мою стряпню. Всем удачи, везения. Пока-пока, до новых встреч.